Всем привет! Сегодня я проведу обзор уже 35-го выпуска «Деньги мира». Получили стандартно журнал, купюру с монетой и монету-сюрприз. И я сегодня также вам покажу, как выглядит уже альбом. Начнем с журнала. На обложке мы с вами видим, что на сегодняшний день мы с вами получаем. Это у нас 20 реалов Йемен и 5 колонов Коста-Рика. Ух ты, друзья, смотрите, получили мы наконец-то листовочку для монет, а то там у нас уже места нету для монет. Это отлично, сегодня мы с вами положим это в альбомчик. Так, здесь у нас стандартно идет информация о странах, откуда мы все получаем. Факты интересные идут про Йемен. Средний возраст жителей Йемена 19,5 года. Страна является одной из самых молодых в мире. Идемте дальше. Так, здесь идут у нас... и Южный Йемен стали единым государством, Аден потерял статус столицы, но остался значимым городом для страны. Аден известен еще со времен Древней Греции и на протяжении своей истории переживал периоды взлетов и падений. Долгое время он был огромным городом, важным портом и какое-то время являлся центром торговли всего Аравийского полуострова. В 1954 году королева Елизавета II тоже посетила Аден во время своей...
единицы государства. Маленькие золотые бусинки по разные стороны герба означают коста-риканский кофе, который на протяжении долгого времени был главным экспортным товаром страны. Вот такая интересная история о гербе, друзья. Посмотрите, друзья, в журнале изображена монета с годом выпуска 2016, а мне положили монету, где написано 2008. Интересненько, посмотрите. Давайте теперь рассмотрим сторону реверса. Значит, здесь мы видим цифровое обозначение номинала 5, надпись видим колонов написано, номинал. Как я уже говорила, я делаю так. Сверху кладу монету основную, которая идет в номере, и снизу монету-сюрприз. Ну, чтобы хотя бы запоминалось мне, в какой именно, в каком номере шла конкретная монета-сюрприз. И вот так вот выглядит у нас, значит, альбомчик с монетами и купюрами, друзья. В следующем выпуске мы с вами ждем листовочку уже именно для монет. Это будет очень интересно. Хочется посмотреть, что же там будет написано. А на этом все, друзья. Спасибо вам всем за ваше внимание. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.